Всем привет! Вы на канале Злада ТВ, и с вами ваш тренер Зубенков Андрей, и это рубрика «Старт». Привет! И у нас в гостях Тимур, и Ромка. И сегодня они будут соревноваться. Первое, это что будут делать, это на скакалках. Кто первый прыгает, кто больше прыгнет, тот выиграл. Кто первый? Давай, Тимур, поехали! Вот вместе прыгаем, кто первый стратится. Давай заново. А то давай вместе начинаем, кто первый стратится, тот проиграл. Поехали. Тимур убежал. Первый стратился Тимур. Рома выиграл. 1-0. Теперь берем мяч. Давайте поменьше. Давай. Теперь каждый с мячом должен что-то чем-то удивить. Каким-то финтом, трюком. Кто чем будет удивлять? Я могу. Давай, первый раунд, Тимур, поехали. Удивляй. Ну что-нибудь делай, вот подумай. А ты, Рома, пока тоже думай, что ты будешь делать. Покажи что-нибудь. Финт, молодец. Есть такой. Так. Есть 1 балл тебе. Теперь Рома что-то должен показать. Повторяться нельзя? Повторите. Что покажешь? Видение. Хорошо. Внутренний, внешний показал. Есть. Дальше борьба идет. Что-то новое надо показать. Видение подошвой. Молодец. Есть такое. Дальше Рома что-то покажет. Все? Сдаешься? Вот. Пропустил, может сказать, так вот назад мяч. Хорошо, разворотик такой тоже есть. Дальше идем. Да, 2-2 в этом. Так он по счету 1-0 ведет, по прыжкам поскакал. Внутреннее, внешнее было уже. Рома показывал. Есть, финт такой есть, хорошо. Давай, Рома, ты.